Привет, друзья! Президенты Алжира и России подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Цитата. «Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки». Принятие декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. Указывается, что страны будут углублять сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+, и форум стран-экспортеров газа. Вот как будто прямо гад, я оказался в своем босоногом пионерском советском детстве. На дворе какой-то. Понятно, какой 1981 год, и все добрые русские люди беспокоятся о здоровье президента Соединенных Штатов Америки. Я почему вспомнил 1981 год? Вчера наткнулся в комментариях, несколько причем комментариев было от разных людей, которые начали дружно гундосить. Да сколько же можно? Да вы заколебали. Вы весь день уже, значит, обсасываете этого Трампа там. Стреляли в него, не стреляли. Попали, не попали. Да какое нам дело? У нас свои проблемы. У нас, значит, какие-то то ли бородатые, то ли какие-то мигранты стреляли в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте. Вот это вот настоящее событие. Нет, дорогие мои, плевать на стрельбу на Комендантском проспекте. Ну, начнем с того, что город Санкт-Петербург с 1991 года видел стрельбу и по затейливее, и по результативнее. Это, во-первых, и ничего, как-то, в общем, город выжил, устоял и даже расцвел, я бы сказал бы. А во-вторых, покушение на кандидата в президенты Вселенной, именно так, ну, имеет прямое непосредственное отношение к любому человеку, живущему в этой самой Вселенной, в том числе и к России. Нравится ли мне это? Нет. Мне это не очень нравится. Но я вообще по жизни предпочитаю смотреть на вещи трезво и не пытаться точно засовывать голову в песок. Мы живем по-прежнему в американоцентричном мире, да. И в этом американоцентричном мире нам предстоит жить еще какое-то количество лет, а то и десятилетий, пока все это не закончится одним большим глобальным трындецом. То есть переход к многополярному миру будет таким, что вы, дорогие мои, об этом американоцентричном мире будете вспоминать с чувством глубочайшей и теплейшей ностальгии. Об этом чуть позже. Значит, давайте сначала пройдемся по фактам. Что у нас произошло? Значит, вчера утром все проснулись, ну, особо маньячные персонажи, типа меня, конечно, в том числе, первым делом залезли в свои смартфоны проверить, что там в Телеграме. Ну, кто-то интересовался новыми мемами. И вместо мемов, значит, лента начала обновляться каждые 30 секунд сообщениями о том, что какая-то гадина, некий 20-летний Томас Мэтью Круг из штата Пенсильвания стрелял в Дональда нашего Трампа. Неудачно стрелял, Дональду отстрелили ухо. Это, в общем, породило совершенно дикое количество мемов, начиная от знаменитого ухореза и заканчивая цитатами из фильмов Гайдая. Ну, я думаю, что за прошедшие два дня вы, в общем, все это посмотрели. Человек, ну что значит про этого персонажа известно? Вот правда сейчас показывают и настоящего Томаса Мэтью Крука, собственно, которого грохнули там же на месте, и какого-то энергичного чувака. Это фейковое видео, дорогие мои коллеги, это не Томас Мэтью Крук. Это человек, который очень похож на Томаса Мэтью Крука и записал даже специальный видос, но это не он. Это не он.
Значит, вот этот волосатый персонаж, ну, естественно, значит, он классический одиночка, он псих, он носит майки с какой-то символикой, значит, демонстрирующей ненависть к республиканцам. Конечно же, он до такой степени испытывал неприязнь к Трампу, что просто кушать не мог. При этом у него была хорошая, но переделанная в гражданскую версию винтовка АР, она же М-16, и он стрелял с абсолютно открытой позиции, с расстояния 150 метров в голову, и чудом не попал. Ну, Трамп вообще очень эмоционально ведет себя на сцене. Если вы видели какие-нибудь ролики, как он выступает, то есть дед, несмотря на свои 78 лет, прям полон энергии. То он то ли на препаратах все время находится, то ли он, в принципе, псих по жизни. Вот, ну вот он постоянно сокращается, он жестикулирует, он крутит головой, гримасничает. На самом деле, вот это меня смущает гораздо больше, чем находящийся в перманентном паркинсоне Байден. Вот слишком энергичный старик, мне кажется, это опасно для всех прочих. Ну да ладно, вот в данном случае это его энергичность, она Байдена, извините за оговорку по Фрейду, она Трампа и спасла. То есть он просто повернул резко голову, и пуля вместо того, чтобы влететь ему точно в череп, просто оторвала ему мочку уха. И все. И все. А дальше началось смешное. Если так можно выразиться. Не, ничего смешного не было. Один человек, там, какой-то нормальный, абсолютно 40-летний американский пожарный, добрый семьянин, вот классический такой персонаж из американского кино про, так сказать, глубинку, значит, он погиб, потому что было сделано 3 выстрела, и вот одна пуля человека убила. Но меня больше всего веселила работа пресловутой секретной службы. Вообще Америка странная страна. Мы не очень представляем, что вот эта территория из себя представляет. В наших головах есть какой-то набор американских фильмов, причем у каждого он свой. Даже так уточню. У каждого поколения свой набор американских фильмов. И, соответственно, у каждого поколения свое представление о Соединенных Штатах. Вот свое представление у тех, кому, ну, допустим, там от 50 до 60 лет. Понятно, значит, это люди, кому повезло больше всего. Наверное. Это те, кто смотрели «Рэмбо. Первая кровь», Шварценеггера, значит, в рассвете его карьеры, которые застали еще Джеймса Белуши, Ника Нолти и все остальное. То есть мы-то думаем, что Америка, ну, значит, это вот такой маленький провинциальный американский городок, где все здороваются с шерифом, где на весь город всего лишь один какой-нибудь очаровательный бомж. Ну и вообще, в общем, это такое место, где, ну, при прочих равных можно было бы спокойно жить. Те, кому лет 40, соответственно, Люфт в 20 лет, они смотрели совершенно другое кино. Они выросли, наверное, на клане «Сопрано», ну, я предполагаю. То есть для них криминальное чтиво – это уже такая тяжелая классика. Их представление об Америке сильно отличается там от моего, например. Те, кому, значит, зумеры, а те, кому сегодня 25, я, честно говоря, даже не знаю, что они смотрели. Вот напишите в комментариях, вот зумеры наверняка же смотрят и слушают, напишите в комментариях, вот у вас образ Америки, он из каких фильмов? Но тем не менее, из года в год, из десятилетия в десятилетие есть несколько тем, которые целенаправленно прокачиваются как национальная скрепа. Вот одна из этих национальных скреп, которой америкосы действительно страшно гордятся, значит, вот надувают щеки, это американская армия. Правда. То есть, не знаю, тут то ли работа Пентагона, который всем башляет, то ли что-то еще. И вторая скрепа – это секретная служба. Вот агенты секретной службы воспеты, ну, в нескольких супер-мега-блокбастерах, не буду их называть, в конце концов, у меня программа, она, значит, ну, это не про киношку, вот, фильмы я не разбираю, по счастью.
Но, тем не менее, все знают, что это супер-мега-профессионалы. Для того, чтобы туда попасть, ты должен быть самым лучшим. Ты должен быть в прошлом морским котиком или каким-то потрясающим полицейским. Или ты добился феноменальных результатов, служа ФБР и так далее, и так далее. То есть это best of the best, крем до крем. Угу. Что мы смотрели, что мы увидели на этих кадрах из Пенсильвании, где выступал Дональд наш Трамп? Абсолютная беспомощность. Просто какая-то вот запредельная беспомощность. Я сейчас даже не про то, что эти люди не отработали весь периметр. Хотя публиковалось очень много схем. И вышло уже несколько интересных комментариев, сделанных профессионалами. Значит, чувак стрелял с открытой позиции, с расстояния 150 метров. Вообще, чтобы вы понимали, 150 метров можете вот выйти на улицу и, значит, с помощью шагомера отмерить. Это не очень много. А подобного рода мероприятия должны контролироваться снайперами, в том числе секретной службы, которые отслеживают весь периметр. Ну, вообще, звание президент Соединенных Штатов, оно пожизненное. Вот, например, Джимми Картер, которому, не помню, то ли 99 лет, то ли 102 года уже, ну вот что-то такое, в районе 100 лет, он находится на аппарате, значит, поддержания жизни, там, то ли ИВЛ, то ли что-то еще более затейливое, типа, последние полгода, но никто его не отключает. Вот, и он будет на этом аппарате ровно столько, пока, в общем, ну, как-то бьется его сердце. Я это к тому, что Трампа должны были охранять примерно так же, как охраняют действующего президента США. И то, что снайпер абсолютно открыто выходит на позицию 150 метров, вот она крыша, посмотрите, то есть масса кадров есть, он ложится на крышу, он не маскируется, он спокойно выставляет винтовку, значит, на треногу, там прицеливается, стреляет, несколько сообщений делают очевидцы, там привлекают внимание полицейские, говорят, что типа, а вот обратите внимание, значит, тут какой-то волосатый перец со штурмовой винтовкой полез на вот это вот здание. Всем вообще пофигу. Всем пофигу. Не, я допускаю. Я допускаю, что в Америке бардак. Но не до такой же степени. Он делает несколько выстрелов, и только после этого его, значит, убивает снайпер секретной службы. Так не бывает. Так не бывает. Вот кто бы что ни говорил. Значит, почему про секретную службу? Закруглю с этой темой. На кадрах мы видим, что после стрельбы абсолютная растерянность. И, значит, вот эти вот несколько организмов в черных костюмах, включая нескольких женщин, я не понимаю, что эти женщины там делают, они его пытаются прикрыть своими телами. Значит, Трамп мужчина довольно высокий. Я не помню, сколько сантиметров у него рост, но нормальный у него рост. То есть 4 из 5 агентов секретной службы, которые пытаются его прикрыть, ну, 190 сантиметров рост у него. Довольно рослый мужчина. Значит, и вот эти персонажи пытаются его прикрыть. А большая часть из них на голову его ниже. На голову. При всем при том, что, ну, очевидно, если стрельба ведется из хорошего оружия, из нормальной снайперской винтовки, ну, допустим, вот у этого Пепса, значит, Кекса была бы там не эта обычная АР, а, допустим, была бы винтовка Лобаева. Ну, например, представьте себе. Но вот нормальный патрон из этой винтовки пробил бы туловище любого из охранников секретной службы и пробил бы еще насквозь и туловище товарища Трампа. То есть прикрывать его своим телом от снайпера занятие бессмысленное, если только на них не одеты бронежилеты.
Тут уже было несколько комментариев, и я, в общем, присоединюсь. А где так называемые бронезонтики, которыми закрывают сразу, ну, в подобных ситуациях? Очевидно, что их ни у кого не было. Ну, и последний штришок, который иллюстрирует всю эту какую-то организационную импотенцию, это в лучшем случае. Это то, что один из сотрудников секретной службы, которые охраняли Трампа, значит, якобы это какая-то уроженка города Рязани, которая эмигрировала в Штаты в начале нулевых годов. Но вы меня простите, родные мои, я понимаю, что я советский человек, и у меня специфический жизненный опыт. Я не очень себе представляю, как в секретную службу, то есть в организацию, которая охраняет высших лиц государства, берут на работу вчерашнего иммигранта, причем не просто иммигранта из какой-нибудь, ну, то, что называется, дружественной страны, а берут иммигранта из России. То, что она женщина, это не значит ровным счетом ничего, но, в конце концов, фильм «Ее звали Никита», его же не просто так снимали, так ведь? То есть кто вообще отвечает за отбор кадров, кто читает анкету? То есть в нормальной анкете там должно быть папа, мама, где родились, чем занимаются, нет ли родственников на оккупированной территории и прочее. Вот то, что писал любой советский человек, выезжая за границу или устраиваясь на работу в приличную структуру. А у них что? А у них вот что. Краткая историческая справка, извините меня, сколько было покушений. Бесчисленное количество. Первое покушение, 1835 год, стреляли в Эндрю Джексона. Но оружие нападавшего, кстати, дало осечку. Тогда были серьезные люди, а президент своей тростью самолично завалил киллера. Ну, не знаю, насмерть или просто оглушил его. Но вот если вы держали в руках трость 19 века, ну, это все равно, что бейсбольной битой, в общем, шандарахнул человек по башке. То есть череп, считайте, на две части. В 81 году, 19 век, смертельно ранили президента Джеймса Гарфилда. 901-й, Уильям стреляли в Авраама Линкольна, вот, но это уже такая классика. А в 1901 году убили президента Маккинли, самое знаменитое покушение, 63-й год убили Джона Кеннеди, в 75-м году дважды покушались на Джеральда Форда, ну и то, с чего я начал сегодняшнюю программу, 81-й год стреляли в Рональда Рейгана, он был тяжело ранен, но выжил. Я эти кадры помню со своего детства, их непрерывно крутили там в программе «Время», в программе «Сегодня в мире» и так далее. Ну вот как бы все, что показывало тогда советское телевидение про международную жизнь. Так что нас интересовала эта история. Мы и в 81-м году понимали, что это довольно серьезное приключение, имеющее большие последствия. Рейган выжил тогда. А вот, как верно сказать, к сожалению или к счастью, остался жив Трамп, время покажет, я не знаю. Может быть, я не исключаю, что спустя год или спустя два года мы так же, как и сторонники Демократической партии США, будем в частных разговорах или в эфирах говорить: жалко, он, тварь, промахнулся, жалко, он этого сумасшедшего не грохнул. Может быть, так будет, может быть, нет. Я не знаю наперед. Но я лично в любом случае не жду ничего хорошего ни от будущего в принципе, ни от того вклада в будущее, которое сделают Соединенные Штаты Америки. По причине уже упомянутой и совершенно очевидной. Жизнь в американоцентричном мире, объясняет прямую зависимость всего происходящего, в том числе и от запредельного уровня бардака, который у них происходит. Я точно понимаю, что это не инсценировка. Вот у меня нет ни малейших сомнений.
Соответственно, остаются две версии. Либо это запредельный уровень деградации силовых структур Соединенных Штатов Америки, и тогда это очень плохая новость для всех нас в том числе. Либо это организованное покушение, и Америку ждет гражданская война, а гражданская война в Америке, ну, в общем, означает колоссальные приключения в большом количестве мест на планете Земля. То есть все это отольется колоссальной кровью людей, абсолютно невиновных, непричастных и не имеющих американского паспорта. Это так, это пока вот... Для начала. Ну, давайте еще поговорим про покушение на Дональда нашего Трампа. И, собственно, что это обещает нам в будущем. Я два слова скажу, ну, скажем так, в более широком политическом контексте, а после этого вернемся к разбору основных версий. Нестабильность во внутриполитической ситуации Соединенных Штатов или тем более возникновение каких-то, так сказать, эксцессов на территории этой страны, оно ведь означает, гарантированно означает несколько таких вот... Даже не знаю. Начало нескольких процессов, которые в состоянии изменить жизнь на всей планете. Ну, во-первых, разрушение долларовой системы. То есть, если там начнется по-тяжелому, если они начнут действительно массово стрелять друг в друга, если силовые структуры начнут друг с другом бороться, это означает конец доллара. Конец доллара — это, по крайней мере, в моменте остановка всей мировой торговли. И это обрушение абсолютно всего. То есть, когда будет непонятно, что сколько стоит. Вот-вот взять и перейти, допустим, на расчеты, ну, в чем там, в золоте или в биткоинах, невозможно. Остановка мировой торговли означает возникновение очагов натурального голода в разных местах планеты Земля, остановку целых отраслей промышленности, исчезновение из магазинов, из оборота колоссального количества товаров, разрушение производственных цепочек, а они по-прежнему остаются глобальными. И так далее и тому подобное. Если где-то возникает голод или если где-то возникает дефицит там чего-нибудь, это всегда тяжелые экономические, политические и военные кризисы. Это возникновение военных конфликтов в десятках мест на планете. Это война всех против всех. Вот какая будет отдача от того, если сценарий вот этого американского фильма «Падение империи» действительно в какой-то степени воплотится. И я полагаю, что после вчерашнего события мы к подобному сценарию стали намного ближе, чем можно было себе даже представить. Но об этом поговорим позже. Сейчас давайте разберем, что же это было. Это был бардак? Или это был заговор? Вот одно из двух. У меня других версий нет. К нам в эфир выходит Юрий Антонов, житель Сиэтла. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот весь мир увидел все вот эти вот кадры, как это происходило, значит, и такая картинная работа агентов секретной службы, у которых, ну это мы в России сразу сказали, типа, а где бронезонтики, то есть такая очень обычная вещь с точки зрения безопасности первых лиц государства, то есть они его пытались закрыть своими телами, причем как бы люди на голову ниже президента. Каким образом снайпер оказался на дальности 150 метров на открытой крыше, и вообще кто-нибудь следил за этим или нет? Вот ваша версия, это бардак? Я совсем вот упрощу. Или тут действительно имеет смысл порассуждать о заговоре? И если заговор, то кто его организовывал? Я думаю, что имеет смысл рассуждать над этим бардак. Бардак, да. Имел. Полицейским указывает, что непонятно, как он лезет на крышу, вот пытается попасть туда, и внимания они на это не обратили. Но что поразило меня?
На крыше было два снайпера. Кто-то говорит, что это был Secret Service, кто-то говорит, что это была полиция, но они сидели и не видели человека на крыше. Наверняка видели винтовку. И не сидели до последнего момента, ждали. Они целились. И что удивительно, после выстрела они сразу произвели выстрел в ответ. Такое впечатление, будто бы не ждали. Знаете, как по-английски говорят. Hey, do it, сама бич. Я извиняюсь, конечно. И после выстрела они сразу производят этот выстрел. И все начинается. То, что мы знаем, то, что мы видели. Вот это очень странно. Заговор это или бардак, непонятно. Человек, возможно, пытались узнать, кто это. Это дополнительный агент, это, возможно, представитель полиции. Вот. Но в то же время они ждали, они это видели. Вот это очень странно. Вот. В Америке, вот, конечно, после судов, после всего прочего, когда Трампа, конечно, не оправдали, но в тюрьму не посадили, многие люди между собой, ну, простые люди, разговаривали и говорят, ну, что следующее? Новых дел против Трампа нет. Что будет следующее? И люди шутили, выстрел. Шутка это была или нет, люди это чувствовали. Вот они это понимали, что что-то произойдет. И все этого ждали. Вот, вот это то, что сейчас переполняет людей. Вот, о чем говорят люди. Многие возмущаются, некоторые в шоке. Вот, некоторые не понимают, что происходит. Затаили, смотрят, вот, что последует за этим. Вот вкратце то, что чувствуют сегодня американцы. А по поводу покушения, но ведь тут же нужно помнить, что... показывать эти кадры. Да, покушение на президентов на самом деле такая вполне себе американская политическая традиция. То есть покушений было очень много. Вот я сегодня начал программу с того, что на моей жизни это второе покушение на президента. Я как бы помню еще из детства покушение на Рейгана. И вот когда начинается разговор, да как же это могло быть, а где эти всесильные, значит, агентства, которые занимаются безопасностью, ЦРУ, ФБР, АНБ, секретная служба, вот система там тотального контроля. Раз за разом, вот в каждом случае покушение на очередного американского президента, такая вот общая беспомощность, типа shit happens, типа кто-то облажался, значит, система не сработала. Но, честно говоря, я не очень верю в то, что система может последовательно не срабатывать с периодичностью там раз в 20 лет. Но почему как бы в других странах ничего подобного не происходит? Нет ничего подобного в России, в Советском Союзе. Не было ничего подобного в Китае. Не было ничего подобного в крупных европейских странах. Но было вот покушение на японского премьера, и то бывшего. Ну и все. Ну и, соответственно, стреляли в... Да, и Фица, но это крошечная европейская страна, то есть там сопоставлять, ну, невозможно, бессмысленно. Американцы задаются, кстати, вот этим вопросом, вот, а почему так? То есть почему каждое покушение, да, просто является сюжетом для последующих экранизаций, но не более того? Вопросом, конечно, задаются. Вот. Но что люди могут сделать? Вот это вопрос государства к спинам. Вот. Если это был стрелок одиночка и не был связан с какой организацией, он хотел отметиться таким образом, ну, скажем так, войти в историю. Таких людей отслеживать очень сложно, если у него не было сети. Все, что видел в интернете, он выложил то, что он ненавидит республиканцев и Трампа. Он сказал, что выбрали неправильного человека. Если это был одиночка, таких людей отслеживать очень сложно. Вот оружие у американцев на руках очень много. Вот оружие очень серьезное. Винтовки снайперские. В некоторых штатах пулеметы есть. Вот такого человека отследить очень сложно. Вот если он был с кем-то связан, допустим, вначале написали, что Антифа. Вот одна из организации. Вы, наверное, знаете, что это. Вот тогда это да. Вот тогда это фейл спецслужб. Неправильно сработали. Наследили человека. Но бардак это или нет, это вопрос. Знаете, есть такое понятие, как теория заговора. Вот многие
говорят, что Трампа в любом случае уберут. Если уберут его, значит, уберут и Байдена, и баллотироваться это будут совсем другие люди. Вот. Каким образом это произойдет, неизвестно. Вот. На самом деле Америка сегодня напугана, напугана люди. Люди боятся гражданской войны. Если что-то произойдет, если Трампа убьют, непонятно, как люди поведут себя. Вот. Америка разделилась пополам, 50 на 50. Вот это можно смотреть по swing states, вот так называемые, где выборы, неизвестно, чем закончатся. Смотришь на полз, это, как это сказать, на русский язык перевести на процентное соотношение, какой президент может выиграть. Это 50 на 50. Mm-hmm. Вот. И Америка не была разделена таким образом. Вот люди могли думать по-разному, но люди как-то понимали друг друга. Люди понимали, что такое демократия. Люди понимали, что можно общаться. Демократия есть демократия. Выбрали, ну, ничего не делаешь. Через следующих мы будем голосовать за нашего кандидата. Но Америка сегодня разделена. И люди сейчас ненавидят друг друга. Я хочу сказать, что 50% людей ненавидят вторые 50%. Но обстановка на колено. Если бы что-то случилось и Трампа убили, я бы гарантирую, что Америка вышла бы из этой ситуации без последствий. Вот. Юрий, спасибо большое. Спасибо большое. Не очень хороший, к сожалению, звук у нас. Проблемы со связью. Да. Да, это был житель Сиэтла Юрий Антонов. Собственно, я абсолютно убежден в том, что если есть возможность, так сказать, заглянуть изнутри на ситуацию, посмотреть на нее глазами вот людей, которые находятся внутри, это, скажем так, дает совершенно иное ощущение. То есть вот почувствовать градус тревоги, который есть сейчас в Штатах, мне кажется, можно именно через разговор с людьми, которые находятся так. Мы-то отстранены, для нас это кино. По-прежнему для нас это кино, то есть любое покушение. Ну вот как, допустим, мы воспринимаем там покушение на того же Джона Кеннеди? Там сколько фильмов снято об этом? Да я думаю, сотни фильмов. Там сотни или тысячи книг об этом написано. Там колоссальное количество статей, мифов возникло. А ведь это произошло на самом деле. И объяснения, которые давались тогда, вы знаете, просто до стыдного похоже на то, что озвучено было вчера и сегодня ночью. Это был одиночка. А пока что совершенно непонятно, какие мотивы были у убийцы. Действительно, какие мотивы могут быть у человека, который хотел застрелить кандидата в президент? Какие мотивы? Ну, видимо, какая-то крайняя форма ненависти. Причем ненависти не личной, скорее всего, а ненависти политической. В любом случае, это то, что было сказано уже очень многими людьми, и здесь не стоит пытаться быть оригинальным, потому что в пользу этого говорит банальная человеческая логика. После того, что произошло, Трамп не может не выиграть эти выборы. Ну, то есть это невозможно, на мой взгляд. Должно произойти нечто экстраординарное для того, чтобы он не получил большинство на выборах в ноябре 2024 года. А что может произойти быть? Какая-то политическая ошибка, он что-нибудь ляпнет, допустим, под камерой, признается в том, что в молодости он подавал документы в высшую школу КГБ, но его не взяли, или вскроются там какие-нибудь очередные новые обвинения уголовные, которые держали в папочке. Мне кажется, все уже пошло бы в ход. После того, что произошло, смотрите, Трамп, во-первых, он жертва, а в него стрелял террорист. Терроризм – зло, значит, Трамп – это добро. Это возникает первый вывод в голове потенциального избирателя. Трамп выжил.
И значит, на его стороне провидение, значит, он избранник судьбы, как пел Высоцкий. На его стороне Господь Бог, учитывая, что сознание американцев по-прежнему крайне религиозное, а это срабатывает вот как абсолютно автоматический триггер. Голосуют не просто за победителя, не просто за везунчика. Это мы переводим на русский язык «везунчик». Голосуют за избранника судьбы. На нем перст Божий. И третье соображение. То есть вот эта вот фотография совершенно потрясающая, ракурс удивительный. То есть это то, что невозможно сделать специально. Да, это просто пойманный кадр. Это не сломленный герой. Он не струсил, он не испугался ни на секунду. Он грозит своим врагам. «Мы вас похороним», — говорит Дональд Трамп. Значит, он победитель, он борец, он герой. Вот вам три истории. Добро, избранник судьбы, герой. Как за него можно не проголосовать, извините меня. Тем более, когда в качестве альтернативы находится человек, очевидно, там, в плохом физическом состоянии, который... Дело даже не в том, что он стар, они с Трампом практически ровесники. Но чисто по физическим кондициям, вот он на порядок слабее. Он облажался там за последнюю неделю несколько раз. И вот это покушение, да, стреляли в Трампа, а попали в Байдена. Байден убит. То есть политически Байден убит. Его шансы равны нулю. Его, правда, не снимут теперь с выборов. Я думаю, что все разговоры о том, что Байдена нужно заменить там на Камалу Харрис или там на кого-нибудь еще, все эти разговоры закончены. И тоже понятно, почему. То есть снять сейчас Байдена, значит, с выборной гонки означает признать хотя бы косвенно то, что он имеет отношение к этому покушению, невозможно. То есть это похоронить партию. Что значит похоронить партию? Это похоронить десятки, сотни людей, которые функционируют в рамках Демократической партии США. Это конгрессмены, сенаторы, губернаторы, вице-губернаторы, люди, которые там в партийной системе работают десятилетиями, тоже строят свою карьеру. То есть для них, да, как бы тут чисто технологическое решение. Байден дойдет до финала, Байден проиграет выборы, но жизнь не останавливается. Это хороший исход. То есть для них это относительно хороший исход. А плохой исход заключается в том, что... нету хорошего исхода. То есть один кандидат не может не выиграть, и теперь это гарантировано практически, но вторая сторона ни в коем случае не примет поражение. Это невозможно. Манипуляции, вбросы, использование почты, использование данных мертвых избирателей, то, что было 4 года назад. Ну, понимаете, неделю назад это еще было возможно. Месяц назад, полгода назад это рассматривалось как базовый сценарий. И серьезные аналитики, особенно финансовые аналитики, оценивали вероятность победы Трампа в президентских выборах как крайне низкую. Как крайне низкую. А теперь вероятность равна 100%. А демократы, ну и, собственно, как бы там глубинное государство, глобалистские элиты, этого не примут. Ни при каких условиях они не могут этого принять. То есть для них это уголовные дела, для них это разрушение как бы вот всей конструкции современного, не просто американского государства, а глобальной системы. То есть люди потеряют колоссальные состояния, люди теряют будущее, люди теряют власть. Люди теряют власть. А ради власти все происходит ради власти. По сравнению с властью не имеют никакой ценности ни деньги, ни жизни других людей, ни справедливость, ни закон, ничего. Власть есть единственная сущность, единственный приз, за который идет война тысячелетиями.
И нет, ну, некоторые наивные дурачки могут, конечно, там начать говорить, да типа, да что ты несешь, да как же, это же самая главная демократия в мире, что это за какая-то похабная, значит, пропаганда. Теория заговора, это стыдно. Ну, для кого-то, конечно, теория заговора стыдна, а я исхожу из простого. Вообще, как бы, все, что в мире происходит, вот с того самого момента, как человечество изобрело государство в современной его форме, это все война, это все борьба за власть. Покушения, убийства, перевороты, войны, реформы, контрреформы — это все борьба за власть. Иногда борьба за власть, она переходит, да, как бы, вот, в формат гражданской войны. Нам ли этого не знать? Нам ли этого не знать? Я вам больше скажу, когда, ну, некоторые скептики или, наоборот, оптимисты говорят, да ну, а что вы вообще несете? Ну, какая гражданская война в Соединенных Штатах? Как она может быть? Гражданская война в Соединенных Штатах. Знаете, что я вам отвечу? Если пару лет назад меня бы спросили, вас бы спросили, а как вы думаете, может ли быть гражданская война в России? Я бы, например, расхохотался бы и сказал, вы что, вы из ума выжили? То есть российское государство, система настолько устойчивая, что это, в общем, ну, там вероятность 1%. А вы помните, что было год назад с небольшим? Помните? Я помню. Мимо какой беды нас чудом пронесло год назад? Это просто к вопросу вероятности, возможности, может ли быть гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Да, может. Вот я абсолютно с полной уверенностью могу сказать, что вероятность не просто не нулевая. Вероятность около 50%. Может, будет, может, нет. Радоваться ли этому? Ну, как вам сказать? Может, радоваться, а может, нет. Как пойдет? В свете того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, всякий ответственный взрослый человек должен, по идее, задаться вопросом. Должен был еще вчера задаться вопросом, а что будет с долларом? Зададим этот вопрос профессионалу. Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade 123. Владимир Юрьевич, приветствую вас. Да, приветствую вас, Сергей. Давайте вот, ну, будем постепенно разогревать аудиторию. Ответьте на простой такой житейский вопрос. Что будет с долларом? Что будет с рублем, с курсом, вот, с мировой торговлей, с нефтюшкой, с нашей кормилицей? Что будет в этом контексте происходящего в североамериканских штатах? Прошу вас, успокойтесь. Ну, я скажу, значит, наверное, с самого интересного начну, с рубля. Ситуация интересна тем, что это не часто бывает, потому что все-таки чаще всего рубль находится в стихии доллара. То есть я хотел сказать, что главные факторы, которые влияют на курс рубля, мы не можем ими управлять, потому что они приходят к нам из-за океана. И они, как правило, являются следствием, например, циклического укрепления доллара, против которого мы, конечно, не можем ничего сделать. Но в этом году, удивительным образом, это не часто, повторюсь, бывает, курс рубля находится в наших руках. Еще раз, потому что санкции, потому что мы относительно изолированы от внешней долларовой системы, и по той причине, что фактически курс рубля находится в руках ЦБ, который управляет им через процентную ставку. То есть вот заседание будет уже совсем скоро, 26 июля. Многие опасаются, что ЦБ вновь пойдет на повышение ставки для того, чтобы стабилизировать рубль. Но это весьма рискованный маневр, потому что он не идеален. Он несет в себе определенные трудности для экономики, для рынка банковских кредитов, ипотеки и прочего. Теперь о долларе. А доллар, по идее, и вот уже не первое мнение, которое мне приходится видеть, с которым сталкиваюсь я, читая англоязычных аналитиков финансовых, моих коллег, должен при Трампе, по идее, ослабнуть. Почему? Объясню. Потому что Трамп
обычно один из его пунктов – это поддержка американского производителя, американской промышленности, американского реального сектора. Для того, чтобы восстановить экспорт, хотя бы какой-то период, пока будут перезаключаться контракты, а дальше уже там он будет действовать административными какими-то механизмами. Помните, он там вводил санкции различные, как он их называет, по факту это частичные эмбарго там, против Китая и так далее. Можно предположить, что он продолжит вот эту свою линию, которая была и в его предыдущий президентский срок. Но для того, чтобы перезапустить экспорт, вот этот момент очень важно почувствовать, потому что мы знаем этого человека, мы знаем его стиль, его почерк. Для того, чтобы перезапустить, для того, чтобы запустить первые экспортные контракты американские, нужно доллар ослаблять. При таком сильном долларе мало найдется стран, которые будут покупать американские переоцененные продукты, продукцию. Поэтому большинство, это не только мое мнение, это мнение американских, повторюсь, коллег, которые считают, что при Трампе будет в начале, вот в первый момент, циклическое ослабление доллара, которое позволит многим валютам расправить плечи. В целом это неплохо для рубля, но, повторюсь, у нас рубль, он из-за санкций относительно изолирован от вот этой всей внешней, значит, финансовой, финансово-фиатной, так скажем, вот этой всей вселенной. Поэтому все-таки у нас здесь, если говорить о рубле, самым главным фактором является действие и планы дальнейших действий Банка России. Понял. Значит, тут вы успокоили. Значит, рубль остается крепким. Центральный банк через систему межбанковских торгов, а также манипуляции учетной ставкой, курсом вполне себе четко управляет. Успокоились. А вот тогда еще какой вопрос. Ну, давайте просто заглянем чуть дальше в будущее и попытаемся спрогнозировать. Ну, вот я сегодня программу начал с того, что вероятность гражданской войны в Соединенных Штатах, мягко говоря, не нулевая. Это, ну, при таком, конечно, тяжелом сценарии, но, с моей точки зрения, даже при сценарии благоприятном, ничего хорошего вот внутриполитическую ситуацию США на ближайшие полгода не ждут. Там будут очень тяжелые, очень скандальные, там, с колоссальными последствиями президентские выборы, потом будет время до инаугурации, до января месяца, и вот на весь этот период, по идее, мировые рынки должно, ну, так вот, вот потряхивать непрерывно. Это я так думаю, я не экономист, я просто пытаюсь там рассуждать. В этой ситуации, ну, мы же как ни крути, при всех там санкциях, при всей изолированности, мы большой и важный участник мировой торговли, у нас гигантский экспорт. А что будет с этим экспортом? А что будет вообще с мировым экспортом, с мировой торговлей, если действительно в Штатах все пойдет в разнос в какой-то момент? А в чем торговля будет осуществляться? В золотых монетах, что ли? Или в расписках венецианских банкиров? Так, ну, смотрите, много вопросов. Всегда тяжело отвечать, знаете, даже на пресс-брифингах. Стараются делить вопросы, для того, чтобы проще было отвечать. Буду стараться как-то начинать с главного, и постепенно, сколько останется времени, будем отвечать на остальные вопросы. Во-первых, я совершенно с вами согласен, что это период нестабильности, что действительно мировые рынки будут потряхивать, как вы правильно сказали, и что потряхивать, я добавлю, может не по-детски. И мы должны быть готовы к тому, что мы называем волатильностью. Это будет высокий уровень волатильности, в который очень много будет тех, кто потеряют деньги. Поэтому сейчас нужно осмотрительность, стараться минимизировать всякие высокорисковые инвестиции. Возможно, это даже по-простому скажите, высокорисковые инвестиции, это что, не тапать хомяка, биткоин, что ли?
Биткоин, ну, тапать хомяка это не инвестиция, это некая забава скорее. Я бы сейчас, хотя я являюсь апологетом и сторонником цифровых валют, значит, я в принципе считаю, что действительно за ними будущее. И в этом уже, кстати говоря, заключается ответ на один из других ваших вопросов, в чем будет торговля. Я думаю, что именно за этим будущее, потому что Банк международных расчетов, вот эта вся система, которая находится под надзором ФРС, система SWIFT, они настолько неуклюжи, они неудобны по той причине, что очень длительный процесс прохода платежей. В общем, это устаревающая система, ее не нужно свергать. Ее не нужно пытаться вызывать на бой и там предлагать какие-то другие альтернативные варианты. Она умрет, по моему глубокому убеждению, своей смертью. Буквально уже через там, 2-3 года максимум. Она просто станет неконкурентоспособной. И в результате мы должны думать, что будет дальше. А дальше придут цифровые валюты, потому что их уже сейчас активно внедряют очень многие прогрессивные центробанки мира, включая в Латинской Америке, в Южной Африке и так далее. Этот процесс необратим. Поэтому, скорее всего, мы будем говорить о том, что это все кончится тем, что это будет новая система международных расчетов. Теперь касательно гражданской войны. Вы знаете, Сергей, я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет. Ситуация очень действительно печальная, особенно после покушения. И действительно настолько сильно и растет общественное противостояние, настолько сильно растет непримиримость между лагерями, которые поддерживают демократов, ортодоксальных, подчеркну, демократов. На мой взгляд, демократическая партия в нынешнем ее виде не отражает классических интересов этой партии таковыми, какими они были на протяжении предыдущих там, 50 и 100 лет. То есть она изменилась, она видоизменилась, и она сейчас не совсем отражает интересы народа. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но я вижу, что эта партия не делает жизнь людей лучше. Она не перераспределяет эффективно богатство, как это раньше было, в пользу нуждающихся. Она фактически имеет свои приватные планы зеленой энергетики, защиты окружающей среды, легализации котиков, политическую повестку и так далее. Это мало имеет общего с действительно интересами американского народа. Так вот, непримиримость эта, она растет, и она действительно может к непрогнозируемым последствиям привести. Студенческие бунты уже сейчас, это не в новинку. Мы их видели, правда, в контексте ближневосточного конфликта, но мы видели, например, на примере Калифорнийского технологического университета, насколько сильными и мощными они могут быть, и что даже полиция не всегда с ними справляется. А также у нас еще перед глазами жива картинка погромов в Нью-Йорке в контексте бунтов БЛМ. И мы понимаем, что эта машина, если она вырвется, этот джин из бутылки, и его остановить даже силами полиции может оказаться чрезвычайно сложно. Но это будет большая проблема для мировой экономики, потому что на период этих бунтов мы должны понимать, что Америка самоустранится, она будет решать свои проблемы, а проблем в мире ничуть не меньше, чем проблем самих США. И если, как с одной стороны, мы хотели бы, чтобы Америка больше занималась своей экономикой, своим госдолгом, своими социальными проблемами и так далее. Но с другой стороны, мы должны понимать, что если Америка полностью замкнется на своих проблемах, а на это риск этого, повторюсь, очень велик в контексте вот последних событий, то в мире, при условии, что мы имеем прежнюю финансовую систему, не новую, а именно прежнюю, будут проблемы, потому что этот мир находится во власти доллара, и доллар является валютой, которую имитирует Федеральный резерв, Соединенные Штаты. Извините, я вас перебью. По поводу доллара, как бы важный вопрос. Ну, хорошо, а золото? Есть же золото, в конце концов. Черт с ним, с этим долларом. Да, но золото, к сожалению, пока не вышло
к сожалению, еще раз, потому что золото действительно является хорошей платформой для создания одной из таких цифровых валют, привязанных к золоту. Я действительно возлагаю большие надежды именно на стейблкоин, привязанный именно не к доллару, а к золоту, как универсальному. Какая будет цена у золота к январю 2025 года? В целом, я думаю, что процесс укрепления золота продолжится, и отметка на уровне 2500 долларов за тройскую унцию уже для меня является некой базовой платформой на пути к отметке 3000 долларов за тройскую унцию. Но 3000 долларов мы достигнем только при существенном ослаблении, о котором мы вот говорили в самом начале, которое может произойти в контексте желания Дональда Трампа, уже как следующего президента США, перезапустить американский экспорт. Понимаете, то есть здесь вот две этих составляющих, одна и другая, они идут рука об руку. Я, кстати, тут наткнулся на интересную заметку, был поражен о количестве продаваемого физического золота в США. Ну, США вообще, мы понимаем, что это самая богатая страна в мире, но вот просто для понимания, как выяснилось, американские домохозяйства владеют 26 тысячами тонн физического золота. Это, ну, в текущих ценах почти 2 триллиона долларов. 26 тысяч тонн – это очень много. 26 тонн, может быть. Нет, 26 тысяч тонн. 26 тонн – это немного совсем. Это колоссальная цифра для золота. 26 тысяч тонн – это огромная цифра. Я, собственно, как бы тоже был поражен, когда наткнулся. Значит, сейчас только американский ритейлер Costco, это гипермаркеты, соответственно, продает физическое золото, они продают золото на 200 миллионов долларов в месяц. В месяц только. А то есть только... Я знаю, это их как бы сопутствующий бизнес, действительно уникальный. Маленький бизнес, то есть только Costco продает 32 тонны золота в год. Только одна сеть, 32 тонны. Ну вот я насчет десятков тонн могу согласиться. Насчет прибавления трех нулей сзади, это надо бы перепроверить, потому что это очень огромная на самом деле цифра получается. Если ее еще перемножить на курс золота, на цену. Ну не будем, я просто не готов был, я не проверил эту информацию, не готов по ней сейчас вести полемику. Но в целом да, смотрите, американское общество делится на два типа, на поколение Y и Z и на людей более старшего возраста, бэби-бумеров. Бэби-бумеры сейчас действительно активно стареют, и они паникуют, поскольку система социального страхования, она разваливается в целом, ее разваливают, именно потому что соцрасходы остались в конце списка приоритетов, к сожалению. И по этой причине они очень обеспокоены тем, что в один прекрасный день они не смогут просто-напросто содержать свое хозяйство, оплачивать свои дома, коммунальные платежи и так далее. И вот этот всплеск интереса к защитным, так называемым, активам, он и является следствием вот этого беспокойства. Итак, поколение более молодое, поколение Y и Z, они в большей степени склонны инвестировать в криптовалюты, в биткоин и прочие, как вы говорите, тапать хомяка, там, я не знаю. Угу. Но люди более старшего поколения, они привержены к более классическим ценностям, и это, безусловно, золото. Ну вот не заставите вы процентов 70-80 американских бэби-бумеров переключиться на биткоин и эфир. Вот не заставите, потому что они жили в другом мире, они помнят мир другим. И, соответственно, они помнят, что в том мире, в котором они жили, наиболее
надежным защитным активом было именно золото. Здесь просто есть еще один важный такой чисто американский момент. В Америке много лет было запрещено гражданам владеть золотом. Да, то есть это закон, принятый еще при Теодоре Рузвельте. Да, вот. Потом, когда это отменили, знаете, как вот то, что запрещено, а потом тебе позволили, ну как не втариться. А что касается вот этой вот страшной цифры, которую я вам назвал, в пересчете на количество американских домохозяйств, не граждан, а домохозяйств, это там чуть больше 6 унций. То есть в среднем в одной американской семье это там 24-25 стандартных золотых монет весом четверть унции. Понятно, что концентрация золота, она, ну, как и вообще концентрация богатства, неравномерна, но при прочих равных не поражает воображение. Так что вполне себе вероятно. Американцы, в общем, как выяснилось, в гражданской войне, когда золото придется менять на хлеб, готовы. Ну, смотрите, значит, золото все-таки я хотел бы несколько слов в защиту крипто сказать, поскольку, еще раз, идет конкуренция в данный момент между старыми активами защитными и новыми. То есть в какие-то периоды золото эту конкуренцию выигрывает, как, например, сейчас. Потому что криптовалюты сейчас находятся в небольшом таком спуске. Но в другие периоды криптовалюты снова отбирают вот эту эстафетную палочку золота, и они начинают править бал. И я не могу сказать, что здесь золото однозначно побеждает, или там биткоин однозначно побеждает. Пока это конкурирующие активы. И их конкуренция обусловлена разным отношением к защитным активам со стороны старшего поколения и нового поколения. Еще раз, старшее поколение верит в те старые ценности, в центре которой действительно стоит золото, и никаких других альтернатив просто не существует, а новое поколение, которое уже понаоткрывало себе криптокошельков, делает различные невзаимозаменяемые токены и так далее, оно все-таки склонно накапливать свое благосостояние в цифровых различных ценных активах. Вот это тургеневское «Отцы и дети», оно его невозможно просто так вот сказать. Не, ребят, вы туда не ходите, сюда уходите, камень башка попадет там и так далее. Так нельзя, это невозможно сделать. Понятно. Владимир, спасибо большое, спасибо, что вышли к нам в эфир. Владимир Рожанковский, управляющий директор трейдер 123. Понятно, что у американцев там свои проблемы, но, как уже и было сказано, эти проблемы, в общем, отольются проблемами новыми и всем остальным. А Украина здесь, конечно, будет в числе, как мне кажется, максимально пострадавших. Ну, а как вы хотели? А чем больше зависимости, тем больше рисков. Поговорим об этом с Ростиславом Мыщенко, политологом. Ростислав Владимирович, я вас приветствую. Добрый день. Ну, вот я понимаю, что вам, возможно, уже и надоела вся эта свистопляска вокруг Трампа со вчерашнего раннего утра. Ленты полны исключительно вот обсуждений того, как сработала секретная служба, как теперь будут проходить выборы в Соединенных Штатах. Ну да бог с ним, это такая там внутриамериканская повестка. А вот как вам кажется, вот этот политический сюжет, как он отразится на наших небратьях в ближайшее время, а может быть, в какой-то чуть более отдаленной исторической перспективе? Я думаю, никак не отразится. Я очень сильно сомневаюсь, что покушение на Трампа устраивали украинские спецслужбы. Для них это слишком далеко, непонятно и опасно. Вот. Кроме того, поражение Байдена и так было, в общем-то, определено. То с этим покушением не факт, что Байден проиграет выборы. Хоть у нас все эти самые, все наши зарубежные аналитики начали писать, что теперь уже столик кончился. Но, между прочим, выстрелить можно и второй раз. И не всегда Трамп успеет вовремя повернуть голову. Это первое. Второе.
во всей этой истории, то есть вся эта история только начинается, потому что ситуацию можно развернуть и против Трампа. Дело в том, что уже стали вбрасываться, так сказать, мысли, что это, так сказать, постановка. Да? И несмотря на то, что, безусловно, поставить так спектакль, чтобы попало в ухо, а не в лоб, невозможно. Даже если вы суперпрофессионального снайпера наймете, он просто не может контролировать все движения, в том числе и свои мишени на таком, значит, в данном случае. Но те, кто захочет поверить, поверят. А я думаю, что найдется достаточно большое количество американцев, которые все-таки захотят поверить в то, что Трамп, ну, сам расстрелял своих избирателей для того, чтобы получить новые очки на выборах. И я думаю, что в ближайшем будущем такую кампанию против него попытаются развернуть. То есть понятно, что это не будет делать Белый дом, Байден будет вздыхать, говорить, что это все очень плохо, что надо, кстати, объединиться, поддерживать, что стрельба по Трампу – это ни методы, ни результат. Но слухом будет земля полниться, будут журналисты на эту тему выступать, будут эксперты говорить. Потом найдется какой-нибудь сенатор, который скажет, ну вот смотрите, все говорят, что Трамп-то сам, значит, устроил эту самую бойню. А что это наш прокурор там или ФБР не возьмет и не расследует эту проблему? Ну, начнется расследование. Как американцы ведут расследование, мы знаем. Будут всякие утечки по поводу того, что вот этот сомневается, этот не сомневается и так далее. Они попытаются ситуацию переломить в информационном поле. Им деваться некуда. Я имею в виду команде Байдена. Вот. Но, повторяю, можно выследить и второй, и третий раз. Это надежнее. Те, кто нанял вот этого вот, кстати, еще неизвестно, это был действительно вот этот обормот, которого убили, он стрелял по Трампу, значит, или все-таки по Трампу стрелял другой человек, как и по Кеннеди в свое время. Освальд сидел с винтовкой в одном месте и тоже стрелял, кстати, а убивал другой человек, надежный. Вот, потому что этот мог стрелять по Трампу, попадать по толпе. Пуля, которая чуть не убила Трампа, могла лететь с другого места. Это тоже сейчас никто точно сказать в данный момент не может. И тот человек мог уйти и незамеченным, потому что всегда нужна вот такая жертва для того, чтобы сказать, так вот он, этот псих-одиночка. Значит, а все остальные не виноваты. Вот. И если это самое, если это действительно так, очень многое подсказывает на то, что вряд ли вот так вот пришел псих-одиночка, значит, расположился у всех на виду, выстрелил по Трампу, а потом начал еще и по толпе лупить, значит, когда не попал. Вот. Так что я бы сейчас не зарекался по поводу того, что обязательно Трамп победит дальше. Допустим, Трампа не убили, и он победил на выборах. Все хорошо. Значит, что делает Трамп, как он говорит, я звоню Зеленскому и говорю ему, дорогой, необходимо срочно заключать договор с Путиным. Зеленский говорит, да, мы согласны, мы об этом давно говорим. Но Путин же не хочет. Трамп, как он обещал, звонит Путину и говорит, слушай, дорогой, надо срочно заключать договор с Зеленским. Путин говорит, да, ну все в порядке, но только Украина же не хочет с нами подписывать соглашение на наших условиях. Значит, но дело в том, что условия, на которых хочет подписать соглашение Трамп, как минимум ближе к тем, на которых хочет подписать соглашение Украина, чем к тем, на которых хочет подписать соглашение Россия. Потому что Трамп защищает интересы Соединенных Штатов, а интерес Соединенных Штатов заключается как раз в том, чтобы сдерживать Россию, как минимум, как они говорили. А сдерживать Россию – это не дать ей победить на Украине. А не дать ей победить на Украине – это значит не дать ей реализовать главную цель СВО. То есть добиться гарантии собственной безопасности на европейском направлении. И для этого, как говорили американцы, мы можем вам уступить любое количество Украины. Ну просто вот любое. Да? За исключением одного. Мы никуда не будем отводить натовскую инфраструктуру. Наоборот, мы будем ее приводить к вашим границам. И что они сейчас делают? Они ее приводят. Вы слышали от Трампа хоть слово возмущения тем, что американцы сейчас в Европе размещают новые и новые вооружения, что сейчас они собрались размещать в Европе ракеты средней дальности по факту, то есть вернуться в эпоху конца 70-х, начала 80-х, когда говорили опять второй Карибский кризис.
Правда, сейчас уже и так больше, чем карибский кризис в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами, но они собираются их усугубить. Я очень сильно сомневаюсь, что Трамп будет все это отыгрывать назад. Вернее, как? Отыграть он может, но он за это будет требовать новые уступки, потому что Зеленский — это одно, ракета — это другое, инфраструктура НАТО — это совсем третье и так далее. И по каждому поводу он будет торговаться. Мы ведь говорим с упоением: о, Трамп такой торговец, он всегда без выгоды не уйдет. Вот он не будет без выгоды уходить. А нам тоже, в общем-то, отступать некуда. Не для того почти 3 года Россия ведет боевые действия, чтобы, значит, через 3 года вернуться к той же самой ситуации, но только с новыми территориями. Так у нас уже и тогда были некоторые новые территории, уже и Крым был, собственно, и Донбасс уже, кстати, почти вошел в состав России, там уже его признали, и оставалось только там формально им попросить и согласиться России, и все. Вот. То есть, ну, там будет еще 4 региона, значит, или еще 2 региона, плюс к тем, которые были до этого: Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская область. Значит, пусть будет 3 региона, пусть будет 4 региона. Это же не решает проблему безопасности. Более того, даже занятие всей Украины проблему безопасности таковой не решает. Она отодвигает опасность немножко дальше, в Европу, но Сталин в свое время отодвинул границу. Это, конечно, помогло, потому что иначе враг бы наступал бы с расстояния в 1,5 раза более близкого к Москве. Значит, но это же не решило проблему безопасности в общем. Потому что главный источник опасности остался. Остался Рейх, заточенный на войну с СССР. Сейчас остаются Соединенные Штаты, заточенные на сдерживание России. Значит, и, повторяю, добиться от них согласия на требования увести натовскую инфраструктуру, а сейчас это требование усугублено. Сейчас Путин заявил, что Россия рассматривает перспективу евразийского сотрудничества в контексте отсутствия в этом альянсе каком-то, не евразийских держав. То есть, по сути дела, Соединенные Штаты вон из Европы, вот наш новый девиз. Значит, и это уже тоже то, чего мы собираемся добиться, если не в ходе СВО, то, по крайней мере, после СВО. И да, мы хотим, то есть мы рассматриваем возможную победу на Украине как один из наших козырей в этой общей борьбе с Соединенными Штатами. Но они же тоже готовятся к этому варианту. И, повторяю, Трамп тоже готовится. И еще неизвестно, кто будет для нас более опасен, так сказать, эффективный торговец Трамп или паралитик Байден, за которого думает неизвестно кто и который не всегда говорит то, что за него подумали. Потому что там работает команда, в команде всегда бывают противоречия. Один сказал Байдену одно, другой сказал Байдену другое. Байден все это совместил, вышло нечто третье, вообще невразумительное. А Трамп будет работать самостоятельно. И, повторяю, его видение интересов Соединенных Штатов практически то же, что у команды Байдена. У них есть внутренняя противоречия. Значит, есть некоторое расхождение по поводу методик, но в целом они едины. То есть стратегическая цель у них одна и та же. А извините, вначале душить Китай, потом Россию, или вначале Россию, потом Китай, это, в общем-то, нам мало что дает. Потому что сейчас они уже даже согласны с тем, что душить надо обоих сразу. Потому что и Россия, и Китай находятся уже в этом самом состоянии такой конфронтации с Соединенными Штатами, которую нельзя откладывать, американцам нельзя откладывать на потом. Поэтому я не думаю, что нынешние вот эти вот перетурбации в Соединенных Штатах серьезно отразятся на Украине. На Украине серьезно отражается продвижение линии фронта. На Украине серьезно отражается неспособность Запада поставлять ей большое количество вооружений, в основном расходников, нужных для того, чтобы более-менее эффективно противостоять России на линии фронта. Понимаете, если бы Запад был бы в состоянии поставить ей те миллионы снарядов, которые обещал, нам было бы значительно сложнее наступать. Если бы Запад был бы в состоянии поставить ей самолеты год назад, когда начал об этом говорить, нам было бы сложнее, значительно сложнее наступать. Если бы Запад был бы в состоянии заменять артиллерию с той скоростью, с которой мы ее уничтожаем, нам было бы значительно сложнее наступать. То есть проигрывает так же, как проигрывает любая армия, так же, как проиграл Гитлер. Он проиграл, потому что
не успевал заменять на фронте танки, пушки, самолеты, в то время как мы свои заменяли. То есть они нам выбивали те, которые мы строили, мы выбивали те, которые они строили. Но мы строили быстрее и больше. И в результате у нас на фронте все время были танки, пушки, самолеты. У Германии это количество сокращалось. И, во-вторых, у Гитлера, у Зеленского тоже та же проблема, что и у Гитлера. Значит, у него недостаточный человеческий потенциал. Значит, то есть его, это самое, его мобилизационные возможности заканчиваются. За счет этого снижается качество украинской пехоты. Значит, то есть две, эти самые, две проблемы. Отсутствие технического обеспечения, которое должен был организовать Запад, и отсутствие мобилизационного потенциала достаточного, чтобы отправить на фронт новые, не просто пушечные, а новые подготовленные войска, чтобы свать их в тылу готовить и отправлять на фронт уже нормальными, значит, не на убой через два дня, а так, чтобы они воевали, приобретали дополнительный опыт там, и так далее. Если бы все бы это у него было бы, то наши возможности как были бы значительно более, или наши успехи были бы значительно более скромными. То есть мы бы все равно бы их бы передавливали, потому что, в конце концов, кстати, возможности России больше, по факту. Да? Но просто это бы происходило бы медленнее, с значительно большими жертвами, что, опять-таки, никого бы не радовало бы. Значит, поэтому то, что сейчас происходит, вот это, или все проблемы Украины, это проблемы фронта. Значит, они видят, что фронт трещит и разваливается, что российская армия наступает по всем направлениям. Они видят, что остановить ее они не могут. Они видят, что Запад вовремя их снабдить оружием и техникой не может, и расходными материалами в нужном количестве. Они видят, что людей, которых сейчас мобилизуют, отправляют практически на убой. Они это знают, они об этом говорят между собой. Они смеются, когда им говорят, сначала поедете на 45 дней в учебку, потом в тыловые части, а только потом поводите на фронт. Они говорят, а мы знаем, что на фронте мы будем через полчаса после того, как нас увезут из ТЦК, значит, самый, там, или не через полчаса, а через два дня. А еще через сутки двое нас убьют. Они все это прекрасно понимают, и это снижает их дух, их готовность к сопротивлению. Поэтому они в своем обществе начинают говорить, надо заключать мир, надо заключать мир, надо заключать мир. Они понимают, что они проиграли войну, поэтому надо заключать мир. Вот. Но опять-таки, вы помните, что когда Зеленский приходил к власти, все украинское общество тоже говорило, надо заключать мир, надо заключать мир. Значит, тогда речь шла еще только о Донбассе, между прочим. Еще ни о какой, никаких крупномасштабных боевых действиях речь не шла. Значит, Зеленский говорит, я заключу мир, я обязательно заключу мир, но на украинских условиях. Но они и сейчас то же самое говорят. Заметьте, что опять-таки позиция Украины не изменилась, и вряд ли она изменится, потому что в конечном итоге мир, о котором мы говорим, значит, нам надо заключать будет с Западом. Точно так же, как и войну, хоть и гибридную, а не на поле боя, да, мы ведем с Западом. С западными прокси это у нас так, СВО. Да? Значит, составная часть этой войны гибридной, которую мы ведем с Западом, но даже не основная. Значит, и, соответственно, позиция Украины на этих самых на гипотетических переговорах это один из элементов торга в пользу Запада. То есть, вот смотрите, а Украина хочет, чтобы вы вообще все войска увели в границы 91 года. А вы же не хотите. Вот, а мы вам предлагаем оставить там, где они стоят. Это же компромисс, компромисс. Ну вот и все. Вот и отстаньте от нас с натовской инфраструктурой. Такую позицию будут занимать там американские, европейские дипломаты, если ничего такого экстраординарного не случится. И их внутренняя ситуация после поражения на Украине не приведет их к необходимости значительно более серьезных уступок. Они поэтому со страхом говорят о том, что в Европе есть всякие движения, брожения и так далее. И даже готовы к радикальным методам купирования этих брожений. Давайте исключим Венгрию из Евросоюза, потому что нам Орбан не нравится, говорят они. И это вторая волна. Первую в свое время Орбан остыл, когда сказал, мы сами выйдем из Евросоюза. Сейчас он по этому поводу уже молчит, потому что понимает, что Венгрию реально могут исключить. А это не так просто, как кажется для той же Венгрии, потому что вся ее, знаете, экономическая система построена на том, что она сотрудничает с Россией в интересных для нее областях, но она член Евросоюза. И если
Если ее оттуда исключат, то сразу же закроются все европейские рынки. Она не сможет работать в льготном режиме члена Евросоюза. И будет то же самое, что происходило с Великобританией. Только с Великобританией подписывали Brexit. Да, каким образом будут потом сотрудничать Британия и Евросоюз. И каким-то образом пытались идти друг другу на уступки. И то Британию условия этого соглашения о выходе не устраивают. А Венгрию грозят просто вышвырнуть, чтобы показать всем, как бывает плохо, когда вы нарушаете европейское единство. Это очень серьезный момент. Повторяю, первый раз Орбану удалось сыграть на страхе европейцев перед развалом. И сказать, мы сами выйдем, значит, и они закрыли тему. Это было год назад. Сейчас они опять эту тему подняли, и сейчас они пытаются именно, то есть сыграть наоборот. Они пытаются на примере Орбана предотвратить развал Евросоюза, то есть предотвратить другие брожения, сохранить единство под доминированием нынешних европейских властей и сохранить единство. Вот направлено именно против России, ни на какие компромиссы не идущие, а готовая, значит, дальше там, воевать не только до последнего украинца, но даже до последнего европейца, если понадобится. Потому что, опять-таки, другого выхода у них нету. Они угробили свою экономику и восстановить ее могут только за счет трофеев, полученных на российском фронте. Или, вернее, от победы на российском фронте только они могут получить эти трофеи достаточные, чтобы восстановить свою экономику. Поэтому эта группа европейских политиков сделала ставку на то, что они пойдут до конца, в том числе и те, которые не хотели идти до конца в свое время. И они намерены и дальше силой консолидировать Европу и проводить ту самую проамериканскую политику. Заметьте, сейчас Европа не боится прихода Трампа к власти. Раньше они прям убивались, что будет, если придет Трамп. Сейчас не боятся, они уже выполнили его требования. Большая часть европейских стран 2% ВВП тратит на вооружение. Остальные будут тратить в скорости 2% ВВП на вооружение. Значит, Трамп от курицы, которая несет золотые яйца, отказываться не будет. Это они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что цели у них на российском фронте одни и те же, а о методах всегда можно договориться. Они тоже прекрасно понимают, что у Трампа его самое миротворчество сейчас является элементом избирательной кампании. А насколько оно сохранится потом? Значит, да, Трамп – личность, которая быстро меняет позицию. Только что он подгонял к Корейскому полуострову три ударные авианосные группы. После этого он уже с Кимом беседует, значит, и называет его там, чуть ли не старым партийным товарищем. Потом он опять с Кимом уже не беседует, потому что не договорились. Они понимают, у него могут быть шарахания и на российском направлении, но они же видят, какие он выдвигает требования в рамках своих мирных инициатив, и они понимают, что эти требования их вполне устраивают. Поэтому они видят ситуацию таким образом. Трамп придет к власти. Значит, Трамп сделает попытку примирения, значит, на американских условиях. Россия откажется. После чего Трамп пожмет плечами и скажет, ну видите, мы хотели, мы пытались. Я выполнял обещанное. А теперь, как я и обещал, мы будем вооружать Украину до зубов. Значит, и начнет опять финансировать и вооружать. Ну, до зубов, не до зубов, что может, будет делать. Он ведь такой, значит, серьезный, солидный мальчик, да, если обещал, то делает. Да, в меру сумасбродный старик, это правда, это правда. Ростислав Владимирович, на полуслове вынужден вас прервать, вот, обожаю ваши монологи, вот, даже вопросы, тут, какие вопросы можно задать Ростиславу Ищенко, он сам все объяснит. У меня нет никаких иллюзий насчет Трампа, единственное добавлю, я лично рассчитываю на то, что в Америке все будет плохо, максимально плохо, как можно хуже, чтобы им было не до нас.